Такая у нас сегодня красота, погода хорошая. Это у нас остров, когда сильные отливы, то туда перешеек до храма можно перейти, а так вообще там лодочки возят. Жилищный комплекс Океанус. И вот он, северный пляж. Сегодня отлив, все рифы вылезли наружу. Здесь у нас сад камней, там территория парковая. Там на одном камне такой след дракона. Ну, мне кажется, его вьетнамцы сами выпилили. Они это умеют. И потом придумать легенду. Центральный городской пляж. Девчонки ноги хотели помыть, тут воды нет. Такой у нас городской пляж. С кафешками, с парковой зоной, с тренажерами уличными. В общем, все как должно быть. Пожалуйста, уличный парк. Вечером тут красиво. Шикарная была территория, мы тут отдыхали, тут подводный бар был, ну как подводный, сидишь на сиденьях в воде, на сидушках, около бара. Тут ресторан. Никто не взял пока, не перекупил, видимо. Скоро сделают что-то. Есть пирамида, магазин подземный, не знаю, он работает, нет, давно не ходил. Под землей у него там только пирамидный, пирамидоидальный купол. Свет, который дает вниз. Так, здесь тоже по 5-звездочные отели. Его весь сломали, снесли. Сейчас вот здесь пока ничего не строят. Такая маленькая. Таких у нас несколько в городе отелей, на которых вот так все в зелени. Этот как-то Сигнатур называется. Сигнатур ли? Делайт. А здесь был вот отель как раз Делайт. Теперь он тоже А, он остался. Надпись осталась Делайт. У них изменилось название внизу бара, который раньше тоже Delight назывался. Я и думал, Марина он теперь называется, по-моему. Тут уже что-то переименовали, перестроили тоже. В общем, вьетнамцы на месте не стоят. Все что-то строят, перестраивают, облагораживают.